How long? Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 40. Thank you.
Впереди опасный поворот. Ограничение 20. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Впереди камера. Ограничение 60.
свидания. Спасибо. Ага, до свидания. Надеюсь, все было хорошо. Мойка, самообслуживание. Мойка, самообслуживание. Центр Тюмени. Тюмень. Thank you.
Додо пицца. Пересекаем реку Тура. Thank you.
фары грязные, что включены, что не включены, нифига не светят.
Алло. Там написано приехать на Воронежскую, отвезти на Алма-Атинскую и вернуть на Воронежскую. Нет, там этот Воронежская, отвезти на Алма-Атинскую и вернуться обратно за 300 рублей. А там рядом должно быть? Ну смотри, там может быть пара километров, я не знаю, может 3 километра. Смотри сам же, как хочешь. Можешь позвонить про это, что, дружище, извини, там ошибся, перезакажи еще раз. Он поорал? Пошли его нахер, сбрось заказ и все. А чё он орал-то? Ну не будешь ждать, все, до свидания. Да не сбрасывай, он сам отменит. Ну да, я думаю, он сам через какое-то время отменит, ему же нужно вызвать. Жень, мне не очень удобно, я сейчас на мойку заезжаю. Ага, давай.
Алло. Я сейчас... О, да даже сообразить не могу. Да давайте я вам сейчас по навигатору посмотрю, где нахожусь, и перезвоню вам. Ага. Алло, да, смотрите, я сейчас на улице Газовиков, 45. Ага. Я понял. Что? А, все хорошо, я здесь жду тогда. Ага.
Андрей, здравствуйте еще раз. Это Валентин. Я планирую выдвигаться в вашу сторону. Навигатор показывает минут 30 до вас ехать. Ага, как подъеду, наберу тогда. Ночная Тюмень. Но магазин Лента. Впереди камера. Ограничение 80.
ограничение 60. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60.
Осторожно, дети. Ограничение 60. Thank you.
каждом светофоре стоим секунд по 80. От 60 и больше. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Алло. Алло. Да. Чего шучу?
А ты же говорила, в 5:30 будешь уходить. Сейчас, погоди. Алло. Слушай, да, давай попозже. Ты в 7 часов с ней встречаешься? А встречаешься во сколько? Так, все, погоди. Алло. Да, этот... А где встречаешься? А этот... Кроксы где будешь брать? Или как они называются? А дедушка заберет? Не паникую, я контролирую. Ладно, все, мне не очень удобно. Я практически подъехал на передачу машины. Сейчас буду передавать. Угу. Билет я уже купил. Но сегодня в 0:42. По Москве в 22:42. В воскресенье в 11:15, что ли. Да. Ну, я к часу где-то буду, по первому, может. Все, мне навигатор нужен. Давай. Сбрось, пожалуйста. Так, подъезды с какой стороны? Видимо, с той стороны. West House.
Алло, Андрей, я подъехал, стою, знаете, где вот, Дента, ну, стоматологическая клиника, Дентоград. Вот, Андрей, у меня к вам просьба будет, вы можете, пожалуйста, захватить с собой оружие? Приглашаю по внешним дефектам немножко есть. Есть, да? Да, немножко есть. Сейчас смотрим ее. Я укажу это обязательно в акте. Хорошо. Ну, я фонарик с собой взял, если что, то для меня. Ага. А я знаю, где они есть. Но, в принципе, можно будет осмотреть всю машину. Так. Так, паспорт нужен от меня, что это действительно я? Ну, давайте хотя бы просто убежусь. Фотографировать ничего не буду, просто. Ага. Так, СТС-ка, топливная карта. Так, у вас акт есть, да? Да, у меня акт есть. Я потому что тоже на всякий случай взял. Вот, вот это вот подписываете и отправляете просто в офис. Угу. Доверенность на вас. Доверенность себе оставляете. Все так, понял. На вас. Сейчас. Да, да. Это угу. Вам. Это лучше, чтобы не понадобилось. Это ОСАГО. До 13 декабря этого года. Это топливная, да? Да. А пин-код где-то здесь, пин-код, да? Вот он пин-код. 1268. Угу. Вообще обычно они с последними цифрами номера карты совпадают.
Нет, нет, изменили, видимо. Так, лимит 200 написали, да, хотя вроде... 200 это в месяц, наверное, да? Да, но говорили, что 250 будет, ну, потому что с командировками у меня так как бы прилично выходить. Ну ладно, не знаю, да, это в офис. Это уже технические моменты. Да. А вы с кем в офисе общались? С Александром, с Олегом? Я все через нашего менеджера. Здесь, все, я понял. Так, можно мне ручку, пожалуйста? Да, конечно. Получается, я возьму вот ваши документы, на них пишу пока. Так, получается, то, что они мне давали, вот эти акт приема передачи топливной карты, он не нужен, да, потому что она здесь есть. Ну, вот он, акт. Да. Угу. А что, то, что вам присылали на почту? Или куда? Да, да, они мне прислали, да, сказали, вот это распечатайте. То есть вот такой же акт осмотра, но и вот еще акт, получается, приема передачи топливной карты. Ну, в принципе, вот он есть. Так, ну, ваш номер я не помню. N909NR. NR, по-моему, да. M909NR777. Toyota. Так, цвет. Серебристый. Топливо четверть, показания одометра 76519. Это у него пробег такой? Да. Так, дата сегодня у нас 19-го, да? 19-го, да, получается? Да, 19-го, 10-го, 18-го. Так, Семенов Андрей, по-моему, да? Да, да, да. Один экземпляр у вас, да, остается? Кого? Вот этого акта. А он только у меня и остается. Вы можете себе его сфотографировать. А, если хотите, иногда практикуем, раз вы распечатали, можем просто аналогичный заполнить для вас. Мне просто руководитель сказала почему-то акт именно вот этот, говорит... Прием передачи? Да, да, говорит, двух экземпляров сделай, один, говорит, мне передашь. А, ну тогда можем два заполнить. Так, это у нас Тюмень, да, по-моему? Тюмень? Так, второй комплект шин, сейчас посмотрю, он есть, запасное колесо есть, колесные колпаки есть, магнитола, всю дорогу без музыки, сейчас только поймал радио, не знаю как, до этого ни в одном городе не ловил. Так, домкрат, огнетушитель, аптечка, знак. А вот такая нештатная, да? Да, да, это нештатная. Полис ОСАГО, свидетельство, ключ один. А ключ один, да? Да, ключ один, второй в офисе. Так, это я сдал. Сейчас посмотрю, повреждения какие там были. Так, дверь передняя левая, вмятина. Вы сегодня обратно, да? Да, я уже билет купил. Зашел через приложение последний билет. Дешевый. Куда? До Москвы. А, до Москвы? Да. А ее с Москвы гнали, да? Да. А то говорили, что вроде как с Питера сначала. Нет, из Москвы. Из Питера машина в Сургут ушла. Все понял. Она побольше пробег на ней. Она, по-моему, вообще, вот ошибаюсь, почему-то мне кажется, что она 14 или 13 года. По-моему, остался нет 13 года. Ну ладно. Так, решетка. Трещина. Так, дверь у нас
здесь вот решетка у нас. Вот здесь. Дверь задняя правая, царапина. Она уже была, да? Да, да, конечно. Так, теперь задняя правая. У нее автозапуска нету, да? Не, нету. Так, капот замят. Так, один экземпляр готов. Не копался в ваших документах. Совсем подходящая. Ну, может, новую согласовать. Я сейчас быстренько соберу эти принадлежности. Нет, не говори только, я говорю, что это не очень.